Всем привет! С вами Комаров Виталий. И сегодня у меня обзор вот такой вот необычный, не на столе. Вот это вот пришла мне селфи-палка с Алиэкспресс. Длина у нее 1,60 м. Я ее, сразу скажу, брал не для того, чтобы селфи снимать, а чтобы использовать ее в качестве штатива. Ну, давай посмотрим, что это за фигня такая. Давай посмотрим. Давай, товарищ, по одной. Уже по упаковке это довольно-таки такая селфа. Селфи еще такая. Так, ну, ножик не нужен. В кружку. Так, или нужен? Нет, не нужен. Так, сейчас мы ее распечатываем. Да, да, вот ждали, да, мы вот это ждали, вот специально ждали мы вот это вот. Да. Вот. Вот она такая вот селфи, палка, что она еще на картинке представляет. Так, вот, ой, что-то выпало. Так, вот это фонарь, делаем вот так. Он заказывается один, он мне обошелся один, вот этот, в 600 рублей. Здесь что-то какие-то кнопки должны быть. О, вот так вот он светит. Он меняет свою яркость. Прикольно, заряжается. Ну и самое интересное, это селфи-палка. Шнурок для зарядки. Ну и пакетик какой-то, так, ну и все, нам это, ну это все, нам не интересно. Мне вот, например, интересно вот это вот. Блин. Вот идете вы вот так вот, толпа знакомых стоит, да? Ребята, давайте сфотографируемся. А на тебя, а селфи-палка-то у тебя есть? Ты такой, есть. Вот это вот она. Во. Вот это вот в качестве стабилизации может использоваться каким-то образом. Вот так. Подругой. Селфище. Такая. И? Здесь как-то одевается вот этот фонарь. Ну, раскладываем. Она должна быть 1,60 м. Я вот представляю, как это все снимать. 1,60 м. Железо изумительное. Вот качество. Ребят, вот начинаю раздвигать. Это прям дубина. Она даже в кадр еле-еле помещается. Она больше, чем 1,60 м, ей-богу. Я перед этим рулеткой примерялась 1,60 м. Должно было помещаться. Здесь, мне кажется, больше. Так, так, ладно. А тут еще должно быть где-то что-то. Как-то что-то. Не знаю. А, во. Дадын. 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 Во. Опа. Фиксируется. Во. И теперь мы эту штативу можем поставить. Блин, она выше 1,60 м. И богу. Вот она стоит. Она стоит довольно-таки уверенно. Ну как, в ураган ей не поснимаешь. Ну, классно. Оператор у меня буйствует. Любит буйствовать оператор у меня. Больше ему не наливать. Вот такой вот. Штукенция он. Так, попробуем мы вставить телефон. Где твой телефон? Вот. Твой телефончик. Вот мы вставляем телефон. Во! Во! Все это фиксируется. Но она стоит. Она больше 1,60 м, ей-богу. Она 1,70 м, наверное, точно. Она. И, конечно, селфи снимать ею. Белла! Стоять! Стоять! Ну, теоретически можно.
тяжеловатый, конечно. Ну, люди испугаются, когда увидят вот такой. А в качестве стабилизатора она используется вот так вот. О, вот она висит, то есть своего рода дрожание убирает. Можно перенести штатив. Здесь еще у нас, как его называют, Bluetooth есть. Эк-1. Итак. Сейчас попробуем подсоединиться к Bluetooth. Bluetooth включаем. Bluetooth включен, елки-палки. А как? Во, что-то начинает. Тут, наверное, от чего-то надо отсоединиться. Поиск, поиск, поиск. Вот чего-то поиск где-то идёт. Доступные устройства. Нифига себе. Соединение. Устройство сопряжено с чем-то. Так, и короче, вот это вот селфи. Этот Bluetooth. Кнопка она вынимается. Вынимается. И легким движением она вынимается. Вынимается. Вынимается с легким движением. Чем бы ее выкурить-то, это легкое движение. Движение, иди ко мне. Так, вот. И вот так вот она легким движением раз и вынимается. Во! Вот такая вот пимпочка там. Что-то у меня подключено куда-то. И... О. Ну а снять? Что? Нет? И... Пока еще не разобрался, разберусь. О! Она сфотографировала, ей-богу. О! Так что работает, ребят. Без всяких проблем. Но еще раз говорю, я использовать это собираюсь только в качестве штатива. Вот здесь вот где-то еще этот фонарь, он запускается. Ага. О! Он что-то. Или он севший, или он не запускается что-то. Но штука удобная. Вот так вот взял что-нибудь такое снимать. Раз, поставил перед собой высоту. Выставил. Конечно, вот это высоковато. Не, это чересчур. Вот так. Нормально. И вот он практически, вот можно все отрегулировать. Ну, я доволен. Конечно, ураган лучше не снимать. Ну-ка. Опа. Ну, опа. А опа где? Опа. Нету опа. Не знаю, короче, разберусь. Вот такой вот обзор такой селфи-палки. Она довольно-таки такая внушительная. Она больше 1,60 м, если вот так вот ставить. В руках она, наверное... Да нет, она больше 1,60 м, ей-богу. Здесь вот такой вот блокировочка стоит. Раз, и эти все сопли все складываются. О! И... Довольно-таки серьезно сделан, ей-богу. И, пожалуйста, как стабилизатор. О, сработал. То сработает, то не срабатывает. Ничего так. Все. Вы теперь знаете эту селфи-палку. Я на нее обзор искал, так я не нашел. Вот он теперь есть. Все. Ссылочка в описании. Подписываемся. До свидания.